Приветствую, друзья! Продолжаем мы с вами проходить за Дагота, за шестой дом Морровинда. Ну и какие у нас тут новости. Сделал я, как и обещал, два хода. Без вас посражался с лагерем Эшлендеров. Эрабинемсум, как-то так. Довольно-таки успешно. Второй раз я осаждал. Баллистами обстреливал. И настолько удачно, что два гены, ну, там был правитель и наследник вроде бы, или правитель и дворянин, в общем, они оба на гуарах вышли из города, из лагеря этого, и напали на мои баллисты. Я их смог перехватить, зажать, отжать от ворот и обоих убил, но у них, к сожалению, сразу новый появился. Ну, вот как минимум один отряд мы им подрезали вчистую. Ну и еще общая сумма где-то 500 человек я у них еще убил. У них осталось 1500. Я потерял сотню. Вот сейчас продолжаем осаждать. И сегодня, если успеем, с ними сразимся окончательно. Здесь какое-то прям вот столпотворение послов Индарила. Я уже двоих убил индарильских послов. Вот еще один остался. Так я не понял. Так и не было надписи, что эта фракция мертва. Она продолжает существовать. Я, правда, не понимаю, в каком виде она существует. Где она такая? Ну, может быть, я дурак. И чего-то не знаю или не понимаю. Но они живут. Они живут. Они, у них все по нулям. Нет, не все. У них много денег. У них много денег. Вот. А все остальное у них по нулям. Как так оно происходит, я не знаю. Но у меня последняя надежда вот еще посла убить. Может, тогда что-то случится. Также оказался я немного неправ по переобучению магов в призрачных вратах. Они здесь ни черта не переобучились. К моему большому огорчению. Им лишь добавили броньку. И благословение, сэр. А вот если их послать в Дагатур, то здесь они вполне себе переобучаются. Я уже переобучил первый отряд. Наш самый прокачанный. Ведь три золотые лычки. Они все получили еще и защиту. Защиту. И вот сейчас они здесь переобучаются по-тихому. Вход один отряд можно переобучить. Так что... А, ну вот видите, вот это магов. А пепельных тоже вместе с ними можно переобучить. Хорошо. Ну, в общем, здесь еще процесс долгий. Тут еще два хода на переобучение. Потом куда-нибудь послать. Куда-нибудь послать. Ну, двоих я пошлю вот в эту армию, да? А еще двоих, получается... Получается или не получается? Дайте подумать. В чем дело, сэр? Пепельных рабов я сюда пошлю. И здесь два новых есть. Ага, пепельных рабов. И у меня, значит, один отряд. Ну вот я, наверное, вот этот золотой отряд магов, я его, наверное, пошлю в восточную армию. Алексей, сэр. Да, она будет против Телвани действовать. Где-то там вдали... Далее. Но эта армия у меня тоже переобучается, практически переобучилась. И как только вот они закончат, на следующий ход я уже думаю куда-нибудь их к Телваню тоже отправлять. Мне, честно говоря, хочется вот этот Эбингард забрать. Думается, мне хороший городишко. Может, сколько бабландосика там. Лепота, друзья. Ну давайте притворить свои планы в жизнь. Здесь у меня, во-первых, в гостях Лаалу возле Блэклайта, да? Не хочу, чтобы нас видели вместе. Проходи. Вот я думаю, что их надо покарать. Тебе конец. Давайте, во-первых, флотом займемся. Два корабля из трех мы потопили у Лаалу. Нормально. Будут знать, как у меня здесь шнырять, сволочи. И по... Блин, мы не дошли, ребята. Моим новым трофеем. Тебе конец. Близится твой конец. Так, ну я не думаю, что они теперь смогут свалить. Чужестранцы достали. Слышь, ты, чужеземец с чужестранцем. Ладно, коли здесь не сработало, то давайте повторим еще раз с лагерем. Муцер. Вроде бы уже должен быть готов. У меня здесь 4 тарана.
Ну, не 1500, 1400, ничего страшного, немножко ошибся я. Ну, как видите, почти все отряды коцанные, кто-то больше, кто-то меньше. Кого смог, того настрелял. Поехали. Я сниму твое проклятие вот этими руками. А то эти шлендеры, блин, сопротивляются больше, чем весь Индарил вместе взятый. Честно говоря. Уморили меня, уморили. Ну, конечно, в первую очередь они сопротивляются благодаря тому, что у меня здесь нету магов от слова совсем. Были бы маги, все было бы значительно проще. И на самом деле это практически первое серьезное сражение с противником. Не понял. Я просто не в понятках сижу. Когда вы успели город перестроить, скажите мне? У вас был другой город, я это точно знаю. Я 15 минут назад вас штурмовал баллистами нахреначивал. У вас был другой город. Вы че, скотина? Ну, непонятно, короче, то ли им рандомно это дается, то ли еще что. Ладно, хрен с вами. Так. Значит, второй таран сюда. Также вам в помощь два отряда. И пофигу на все. Давайте вот этих, значит, с этой стороны пойдете. Вот сюда. На самом деле тоже пофигу. Вам в кучу еще два отряда. И готово. И последний отряд. Таран, точнее, вот сюда. И еще два отряда. Да можно даже еще им вот эту хрень дать. Отлично. Что у меня осталось? У меня здесь осталось кэп и 4 отряда, да? Ну, это, в принципе, это нормально. Это нормально. Это очень даже нормально. Это нормально. Так, давай сюда, значит, и сюда давай. Тырым-пырым. Так, ты сюда. Баллисты, баллисты. Сами там, если что, выберите. Все, поехали. Вы, значит, поехали сюда. Противник наш залез на стены. Со стен он будет пытаться что-то как-то сделать, да? Так, ну вот этим друзьям у меня предстоит долгий путь. Аж куда-то вон туда. Куда-то туда. Вместе с тараном. Ну, в общем, как-то так. Главное, что мне таран не сожгли эти изверги. Ведь они могут. Так, баллисты, что такое? Я вам огонь не поставил, да? А куда вы меня... Куда вы меня стреляете, скажите? Ну, там на самом деле шанс попадания настолько мизерный, что, наверное, не имеет смысла стрелять из баллист по стенам от слова совсем. Как засыпают стрелами, слушай. Как бы мне бы куда-нибудь баллисты намострячить, чтобы им было хорошо и удобно стрелять на самом деле. Наш таран уже у ворот. Ну это да, это да, это у ворот уже стреляют, наших убивают просто, я не знаю. Может баллистами пострелять вот по этой хрени? Без огня. С другой стороны, так себе мероприятие там. Можно чуть-чуть обойти? Закрушили ворота. Ага, ну они уходят, друзья, они уходят. А это означает, что
Что? Что это означает? Кто-нибудь скажите мне. Вы стрелять-то будете? Урон 30, между прочим. Так, ну и... Урон 60. Но они уже так и не стреляют, как мы видим. Ну давайте хоть одну добьем. Да? Очень даже стреляют. Давайте тогда и вторую мочить. Еще нет-то. Еще нет-то и следа. Так, мы здесь только добрались, ёпана мать. Так, здесь еще таран должен быть, да, вот он таран. Я не знаю, что он так в стороне идет, серьезно, я аж жопа какая-то. Я вас настолько далеко-то не посылал. Ну, а у меня они не помещаются в одном месте, и расходятся в разные стороны, жопа. Так, один отряд у меня уже сдох. И что мы здесь видим, друзья? Мы здесь видим, что мне сломали таран. Мы сломали таран. Стены. Это жопа. Пошли в туда, в ту сторону. Вот это жопа, друзья. Вот это нежданчик, видите, разбили таран. Ха-ха! Ёперна мать. Так, баллиста. Можно узнать, куда ты стреляешь? Ну, вот хрень, да? Ну, как видим, здесь еще 10% и... Да... Все успешно случилось. Сломали мы еще одну ворота. Башню. Сломали ворота. Это очень-очень хорошо. Так, баллисты, куда вы будете бить? Давайте вот сюда пока постреляете немножко. А мы уже пойдем в бой. Вы тоже все пойдете в бой. Три отряда пошло в бой. Ну, как-то 13 на 3 это не то, о чем я мечтал, честно говоря. Ну, вот здесь у меня 3 отряда, да нет, 2 отряда. Сражается, уж не знаю, что они там сражают. Так, вон отрядик идет, давайте в него поцелим. Хотя он идет, блин, такое себе. Я так думаю, что надо еще 2 отряда посылать сюда. И не страдать фигней. Так, где у нас что? Здесь у нас 3 отряда и заходят. Так, вот этот товарищ с тараном. Значит, идет сюда. Здесь у нас пылят еще 3 отряда. Давай. И тут идут. Блин, неуклюже пешеходы положим. Отходите отсюда. А то вот сейчас башня активизируется. Настреляют по самой не балуйся. Так. Что тут? Ну, баллистам, по-моему, некуда стрелять, честно говоря. Победа будет наша. Они вон в стенки втыкаются. Ну такое себе счастье. Ну вот вроде здесь они замерли, стоят, да? Так, здесь мы только-только пробиваемся. Таран там еще только идет. Баллисты. Вот сюда, пожалуйста, по стрелкам. У них стрелки есть? Я и не знал, что у них есть стрелки. Все хорошо. Побежал у нас 2 отряда. Это кто? Это спереди ребят побежали. Давай, Гена, поближе. Поближе. С таким подходом, конечно, у нас, возможно, сегодня и не будет. И не будет победы. Потому что, ребята, город поменялся. Но вы помните, в прошлой серии этот город стал совершенно другим. Как так, я хз. Вот
здесь сражение идет. Это все такое. Здесь таран прется. Без магов, конечно, пробивать вот эту хрень, это, конечно, такое себе удовольствие. Они устали и стоят. Наши баллисты по своим же вхерачивают. Это никуда. Я вообще думал, что вы на весной траектории будете стрелять. Чё же вы через дверь-то вхреначиваете? Вы же по своим бьете. Пока все вот, вот это правильно. Если ничего не изменится, мы победим. Да, 25 на 21. Чё-то у меня есть подозрение, что не победим. Ну ёпер на мать, ну тогда вот в эту стреляй хоть. Так, ну вот здесь развернулись, ты смотри, что творят, а? Ну хорошо, что они так стреляют. Это они у меня по командующему, да? Ладно. Так, здесь наши прошли, продавили отряд, побежали на гуаров. Побежали на гуаров. У меня здесь один отряд сдох. Вот два отряда побежало. Наверное, один отряд. Вот на этих лучников побежит. А второй отряд, вот за этими гуарчиками, это правитель. Так, здесь еще только он подкатывается. Народу у них мрак. Так, вот сюда постреляйте, 70. 77 этих засранцев. Ну и вы, парни, уже когда там кого-нибудь сломаете-то? Так, как у нас там продвигается-то? Ну, идем мы за гуарами. Они от нас, мы за ними. Так, здесь у нас отряд идет за лучниками. Ну, шел, по идее. Но мы, в принципе, сейчас можем успеха добиться. В том плане, что кого-нибудь серьезно отвлечем на себя, если встанем в квадрат. То кто-нибудь куда-нибудь, откуда-нибудь пойдет. Там, как пить дать. Так, там убегают от баллист. Давай вот сюда вот. Ага, тут они вот смахнулись со стрелками. Хорошо, минус отряд. Проклятие. Мы потеряли город. Да не ори ты, город вы потеряли. Дегенерат, что ли? Вот мы этих бей. Ворота. Шикарно. Шикарно, друзья. Пробили мы ворота. И вся эта хренова куча побежала сюда. Наконец-то там 7 отрядов, полстека, и идите за ним. Так, здесь нам сейчас впендюрят, так что надо убегать, и он тут отряд стрелков карать. Пока не поздно. Кайзер, мы уступили город. Да заткнись ты, боже ты мой. Так, здесь никак, Гена пошел в бой. Баллисты. А я хрен знаю, что с вами делать с баллистами. Признаться честно, я не знаю, что с вами делать. Чутка ближе пока подойдите, а там видно будет. Кто-то у них убегает, один отряд. Остальные бьются с гуарами. Здесь наши справились. Я так думаю, что сюда нужна подмога. Здесь наших зажали в тиски, они побежали. Зря, наверное, туда отвел. Так, ну наши здесь смогли. Но я не хочу, чтобы вы так нападали. Один отряд пошел в сторону. Один отряд вот сюда пошел в сторону. Надо делать фланговые захваты, обхваты. Потому что по-другому никак.
как вот эта вся куча мала пошла сюда. Баллисты. Сюда херачим. Сюда вы не достаете, так что ли? Достаете. Так, хорош бунтовать. Давай, помогай. Как раз сейчас здесь гуаров трехи со всех сторон положим. И все будет по фэншую. Так, здесь куча мала вот это. Мы выигрываем битву. Еще немного, и победа будет наша. Пошла. Так, вы продолжаете идти. Сюда вот, по-шустрому. Бегите, ребята, бегите. Вон там лучников покарать надо заодно. Сейчас еще вот здесь вот мы гуаров опрокинем. И с последней четвертой стороны их окружим. Баллисты, в принципе, кидают качественно, кидают прямо в тыл супостату, это хорошо. Давай, парни, бегите! Ну чё ж вы здесь всё никак-то, а? Бейте их! А мы, конечно, потеряли хреновую кучу, уже почти полармии. Ну, с другой стороны, у меня там в восе довольно-таки много войск находится. Пополнимся, ничего страшного. Пополнимся. Нам все равно, по идее, по-хорошему дождаться надо, пока эти придут. Отряд магов. Отлично. Не изменится, мы победим. Ага. Почуяли жопу-то? Жопу-то почуяли? Она идет, жопа. Сейчас вы перестреляетесь. Засранцы. Да идите. Смотри, он в упор расстреливает, уроды. Но ничего, ваша песенка спета. Чё вы все остановились-то, ебперномать? Нападайте на них. Давайте, вбегите в них. Вот, да, хорошо. И убивайте. Все. Все по фэншую. Так. Катапульты. Вот сюда я хочу. Шикарно. Шикарно. Все, так, я хочу, чтобы до сюда докатились и расстреляли этих уродов. Времени у нас еще за глаза. За глаза. Все, мочите. Так, здесь пока что подходим. Здесь добиваете, добили. Так. Вот я думаю, до сюда куда-нибудь дойдете вы. Все, Ашхан Улатпал. Улатпал. Ну, его и даже так зовут, что он пал. Так что все по фэншую. Так, вы вообще баллисты как бы до тут достреливаете? Или вы мне упорно в стенку хреначите? Ну-ка покажите свое мастерство. Как вы по фэншую стреляете? Ну-ка. А вы по фэншую вообще не стреляете, да? Вы мне не орите, вы мне куда-нибудь стрельнете. Послушай, по фэншую вполне себе они там по фэншую вон настреливают. Ну, пускай немножко разрядят там обстановку. Их осталось буквально 10%, 150 рыл, отряд остался. Но это была сложная битва, в первую очередь из-за того, что на одном из флангов мы прокололись, у нас сломали таран, и войска не смогли сразу попасть в город. Им пришлось обходить все это. Так, все. Все. Побежали убивать. Сейчас со спины зайдем, зажмем и убьем. Все как до год просил. Проклятие! Мы потеряли город. Отлично. Бей этих гадов! Бей! 57%, жесть. Недешево мне далось сражение. Он
Ну, в первую очередь, конечно, виноват внезапный такой подгон стен городских. Я уж не знаю, какому богу они молятся, чтобы за ночь стены отбахать. Это круто, конечно. Ну, не знаю, может, у них внезапно этот лагерь апнулся. Что-то мне такое не верится. В такое совпадение, да? Что с одной стороны мы, блин, а с другой у них тут лагерь апается. Чего вы тут стоите? Как вы здесь вообще оказались? Ну, ему меч засунул в желудок, и все. Побед, друзья, побед. Много кровинушки попил у меня. Этот лагерь. Ну, по идее, шлендерами все, конец. Обалдеть, 1500 потеряли, чуть ли не половину войска. Я офигею. Это серьезно, конечно. Полстека. Я его хотел сразу туда, к Телване, наверх. На, видите как. Ну ладно, нам, мы все равно хотели дождаться мага, да? Чтобы хоть один отряд мага был. Вот теперь и дождемся. Сражаются лучше, чем ты. Ничтожество. Да не свисти, ё-моё. Так, ну здесь что так, никак. Давай грабанем. Че тут есть-то? Отремонтируем. Стенки эти деревянные. Алтарь видений построим. И здесь жопа. По-другому это не назовешь. Да давайте объединим отряды. Ну, пятерых не хватает, но у меня вот здесь в восе достаточно. Мне не нравится, что у меня здесь качественных отрядов практически нету. Вот отсюда можно вообще перекинуть два отряда. Как раз в тему будет. Да. И теперь у нас свободный проход есть. Это очень хорошо. Да? Что именно? Ты какое оружие? Ты что, не справился? Серьезно? 95% ты не справился? Какое оружие предпочитаешь? Мне нравятся маленькие быстрые клинки. Ну, у меня просто нету слов. Ладно, друзья, сохраняемся, короче, делаем ход, и нас ждет махач с Хлау. Значит, два посла Индарила есть, да? Но неужели? Да такого быть не может. Ну, не может такого быть. Чтобы фракция держалась за счет послов. Я такого ни в одном моде не видел. Территории у них нету, ничего нету. А Индарил существует. Как так? Странно. Ну вот. Воевать. Еще как воевать? Там он флот нас встретил. Мне просто задание дали. Чужестранцы достали. Куда мы идем? Куда сплавать надо? Да, я там был, уверяю тебя. Я там такое видел. Быстрее у меня. А если быть конкретным вот сюда вот. Куда мы идем? Там, конечно, всего лишь 1000 дадут, но даже 1000 на дороге не валяется. Ухудшились отношения. А че Сиродил-то? Сиродил-то че? Уже можно улучшаться, е-мое. Вот так вот. Отняли у нас титул просвещеннейшей державы. Ну и ладно. Ну и не больно-то и хотелось, е-мое. Так, тут что? Ничего интересного. На четвертом месте мы уверенно держим. Сельское хозяйство второе, население третье, финансы четвертое. Что-то не верится мне, что мы по финансам на четвертом месте. Как они вообще считают? Давайте глянем. Вот все державы. Финансовый рейтинг. Где тут мы-то, ё-моё? Я не это кочевники, дом дресс, это Ваня, Ридоран, боже мой, Хлалу. А, вот же, ё-моё. Во! Вот они мы. Вот это вот, в это я верю. И в каком месте мы четвертом месте-то?
Хотя, раз, два, три, четыре. Слушай, не соврали. А чё же у всех так плохо, что ли, с деньгами? Чё-то прям даже не верится. С ума сойти. Так, ну и строительство. Хлауд. Ну, дозорный пост, конечно же. Даггенфелл. Ну, мы здесь уже все построили. Ну, деньги есть, пускай рынок будет. Копейки там, конечно, он приносит. Ну и хрен бы с ним. Копейки-то копейки. Так. Дорогу давай забубеним. И налоги снизим. Так. Здесь рудники. 350 монет. Ну, за 10 ходов отобьем. Че, нормально. Еще ход на восстановление. Ладно. Молокмар. Лагерь. Лагерь. Ну, давай магистратуру построим. Или нет. Или нафиг. Сперва казармы. Там, глядишь, сможем кого-то переобучить. И все, да? Ну, денег 27 тысяч осталось. Нормально еще. Ты какое оружие? Еще нормально. Мне нравится маленький. Отлично. Со второго раза справились. Ты какое оружие? Отлично. Убили. Убили этих послов. А не то они здесь взяли моду стоять. Чё стоят? Что? Ах, за каким? Непонятно. Так, здесь никого не видать. Ладненько. Что с Хлаалу? А с Хлаалу, друзья, у нас вон он на что. Проходи, они убегают, друзья. Они убегают. Поджав хвост, они спешат свалить. Боги, какие-то мятежники появились, но их я буду разбивать все в фоне. Хватит с меня. Так, все, поехали. Чего ты хочешь? Долго вы от меня бегали. Но на этом ваша беготня, я надеюсь, закончится. 4 к 3. У нас 2 500, их полторы. У них много отрядов, в принципе, опытных в серебре, но в то же самое время очень коцанных. Аж треть отряда лишь. Не знаю, кто их так. Может быть, я. Может быть, еще кто-то когда-то. Но ничего страшного я не вижу. Магов у них нет. Самое страшное у них вот отряд лучников. 8 стрел. Больше у них ничего нет. Поехали. Я сниму твое проклятие вот этими руками. Руками, говорит, снимет. Проклятие. Да аккуратнее. Аккуратнее. Проклятия-то они разные бывают. Так, туман. Туман, туманище. Но, да. Нормально. Нормально. Темнить, я так предполагаю, не будет. Что у нас с картой? С картой у нас, ну, елки, шишки. Давай, наверное, сюда смещаться будем. Здесь более-менее открытая площадка. И меня это, конечно же, устраивает. Наши золотые баллисты. Вот куда-нибудь здесь на холмик встанут. Как постреляют. Вполне может быть, что и не постреляю, что нам придется самим идти туда. Туда нам самим. Это уже в частности. Так, два отряда этих гавриков. Гаврики. Отряд этих. Чтобы они баллист закрыли, да? Их таких даже можно два отряда взять. Только не этих, а вот этих, да. Все шикарно. Дальше, значит. Дальше, значит, в центре нашего построения располагаются генералитет, вот, а? по краянушкам, давайте, наверное, как-нибудь вот так, три отряда и тут, и три отряда тут, там дальше видно будет, я так думаю, вроде мы всех уже забыл, а, ну тебя я просто не отметил, вот этих двоих забыл. Пепельное отродье с двухручниками. Во как. Пускай нам тоже тут стоят. Все, мы готовы. Мы готовы. Да иди. Отряд, выделяйся. Все. Мы готовы. Алло. Прием. Мы готовы. Где там противник? В какую жопу мира он забился? В далекую жопу мира он забился. Нам, как минимум, нужно развернуться, друзья. Это вот прямо вот
Минималка. Вот. Я согласен. Вот так. Пешочком идем. Эй, не спеша. А, наши легионы дома Дагос идут не спеша. Ну, я так смотрю, противник-то не собирается никого атаковать, да? Они типа в оборонке. Ну это хреново. Они еще до кучи наверху, да. Ну вот отсюда их можно попытаться сагрить, наверное, попытаться. Где мы там? Где там наши легионы? Еще только ползут. Ну, с баллистами шустро не получается уж. Извиняйте. Никак быстро не. Ладно. Можно перемещаться дальше. Я так думаю, что куда тут сюда. Отсюда даже можно будет попробовать докинуть из баллисты. Тут главное немножко это самого себя не обмануть. И не попасться под контратаку. Горчиков. Ну чё баллисты? Нифига баллисты. Это печалит меня. Может, давай тогда вот сюда поближе подходим. Я думаю, что вот отсюда уж вы наверняка дотянетесь. Дотянутся, все. На двоечку, пожалуйста. Пожалуйста, на двоечку. Кто летит? Всадники Хлаалу летят. Вперед выбегай. Маги не успеют отработать по гуарам. Они сейчас в моих баллист. Вот о чем я говорил. Не зевнуть. Я зеваю. Ой, хорошо, нам повезло, друзья. Нам очень повезло в том плане. В том плане нам повезло, что противник сразу обоссался. Обоссался прямо сразу. И убегает. Это хорошо. Так. Я не понимаю, что происходит. Да нет, я понимаю, что происходит. Все нормально, стреляйте, куда вам удобнее стреляется. Обидно, что маги вот здесь вот не кидают. Хотя, по идее, должны бы. Вот с двух сторон нападают. А ничего, вот здесь. Ох, мать, лучники, друзья. Их полководец бежит! Нас бьют лучники. Так, отлично. Вражеский полководец отлично. Мертв. Минус моралька. Это всегда хорошо. Вот здесь нужно вставать нашим ребятам. Так, здесь преждевременно. По магам работают, скотина. Двоих магов убили. Ну ничего. Все складывается в пользу Рейха. Ничего страшного в этом не изменится, нету. Мы победим. Один отряд уже вышел за этими проклятыми лучниками. Копейщики. Лучники, да? Далеко обходить, на самом деле. Так, здесь мы их 2-0, да? Отлично. Вот эти два отряда сюда давай. Я так понимаю, убегают в ту сторону, вправо. Вот здесь вот Лишка. Эти, я так понимаю, бегут за этим отрядом, да? Не хотят, чтобы я до лучников добрался. Твари. А ничего. 57, серьезно? Это меня так лучники накернили? Да, друзья, это так меня накернели лучники. Я в шоке. Мы выигрываем битву. Я еще немного и в самом шоке. Я просто в самом шоке, друзья. Ах вы, гундурасы.
по-другому я вас назвать не могу. Так. И вперед-то двигаться проблематично, потому что эти уроды постоянно возвращаются. Пошли вперед. Пошли вперед. Ну, конечно, обидка. Здесь 30. И здесь 40. Да вы вообще охренели. Ну, а что значит лучники-то? У них дистанция поражения значительно выше. Ну, смотри, а мне до сих пор настреливают. Давай, двигай телом. Ссаные лучники. Ненавижу ссаных лучников. А вы чё, баллисты, не баллистируете ни хрена? В общем, это жопа. Это жопа. Я, конечно, здесь выиграю, но со значительно большими потерями, чем я рассчитывал. И, конечно, я не рассчитывал, что лишусь целого отряда магов. Теперь их надо посылать на переобучение. Я в шоке. Просто в чертовом шоке, друзья. Вы когда-нибудь до этих стрелков добежите? Нет? Так, баллисты, вы за лучниками. Вот вы их должны преследовать. Ну, видите, как получилось. Шли-шли, блин, они все никак. Тут резко. Я-то хотел именно из баллисты по лучникам отработать. Ну, сперва, конечно же, гуары их не сагрились. Это да. Я даже не спорю. Но потом-то... Вот это вот говно мне не нравится. То, что они... Вроде убегают, а хренакс, они уже не убегают. До такой степени не убегают, что ты в меньшинстве оказываешься. Так, бежит. Пора покончить с ним. Хорошо. Здесь что происходит? А, это у нас чардж был гуаров, потрясающе. Ну, давайте что-нибудь тут соберем на шестерочке. Хоть сколько-нибудь. Уж почти 400 набрали пленников. Всех казним. Никого не пожалеем. Конечно, без конницы очень тяжко. Прям вот вообще тяжко. И самое главное, непривычно же, друзья. Очень-очень непривычно. Что у тебя ни конница, ни лучников. Совершенно другой геймплей. Даже убегающие отряды это не можешь догнать. А это что-то с чем-то. Так, ну тут в основном все убежали, можно заканчивать это дело. Рейд снова доказал полная победа, 320 мы потеряли. 800 убили, это, конечно, все круто, но, блин, лучники. Это... Я негодую. Но зато мы с вами узнали, насколько серьезную опасность они в себе несут. Дистанция ведения огня лучников, это просто, я не знаю, это какая-то, блин, артиллерия. Катюша, мать твою, град. По-другому даже и сказать нельзя. И наши даже лучшие маги спящие, они на такую дистанцию не стреляют. Хотя меня в комментариях пытались убедить в обратном. Но ничего подобного. Не стреляют они на такую дистанцию. Так, ну здесь в принципе ничего такого нету. Мы сюда хоп. Ну пока я никуда не хочу. Давайте вот здесь высадимся на своем берегу. На своем берегу высадимся. Куда мы идем? Куда мы идем? Так, это все наше, да? Горы Велоте. Это все наше. А здесь дальше два региона. Один Редоранский, другой Хлаалу. Но я помню, где-то у них вот здесь город Хлаалу, вот здесь город Редорана, здесь форт. И вот я Редоран надо накернить, по идее, по самый форт, да? И здесь город Хлаалу накернить. Все это мы будем делать. Ну что, пока я ухожу
ухожу в отпуск, в отдых. Хвала, мне нужно восстановить магов, восстановить армию. У меня здесь и баллисты потрепали, и эти отряды тоже получили свое. Так что я думаю, все армии пойдем куда-нибудь в Альдрун. Ну, единственное, корабли вот сюда, в заливчик приплывем, сходим в Кальдеру или в Альдрун. Магов пошлю в Даготур. Плюс оттуда вернется мои пипельные рабы, вернутся. Они уже готовы, они уже целые, они уже переобучились, друзья. Вот последний отряд переобучаю. И все, все будет пучком. Ну и остальные стыки тоже будут вести подготовку. Ну и в следующей серии мы уже вдарим по материку со всей нашей силой, да. Ну а пока, друзья, ставьте лайкосы, пишите комментосы, ну и, конечно, подписывайтесь на канал. Всем хорошего, пока-пока.